На конкурс «Дети читают стихи» для лабиринт.ру. Кондрашова Лена, 5 лет, город Аша, детский сад 18. Стихотворение Михаила Плецковского «Погожие деньки». Деньки стоят погожие, на праздники похожие, а в небе солнце теплое, веселое и доброе. Все реки разливаются, все почки раскрываются. Ушла зима со стужами, сугробы стали лужами. Покинув страны южные, вернулись птицы дружные. На каждой ветке скворушки сидят и чистят перышки. Пришла пора веселья, пришла пора цветения, и значит настроение у всех людей весеннее.